Участников игр приветствовали почетные гости. Первый заместитель исполнительного директора Российского союза боевых искусств Игорь Пасько, заместитель главы Анапы Людмила Мурашова, депутат горсовета Константин Апостолиди и многие другие. Перед началом соревнований воспитанники Анапской спортивной школы номер 5 Богдан Жадовский и Владислав Чепурин получили черные пояса, которые прислали из Японии за спортивные заслуги в области восточных единоборств. Карате я занимаюсь 5 лет. На протяжении 13 лет я шел к этому, и последний наш экзамен, он был решающим, то есть нам вручали черные пояса. И по результатам экзамена мы экзамен прошли успешно с моим товарищем и сдали на черные пояса. Бурные эмоции вызвали у зрителей и участников игр захватывающие показательные выступления учащихся и тренеров отделения УШУ 5-й спортивной школы Анапы. Не менее волнительными оказались поединки самых младших участников соревнований. Якушин Илья занимается карате киокусинкай меньше года, но сегодня спортивная удача явно на его стороне. Ударом соперника в голову он одерживает победу. Просто надо силу прибавлять и скорости, и в голову малышу. Я тренировался с папой. Утром делать зарядку. Всего за 5 дней прошли соревнования по 8 видам боевых искусств. Среди 1300 юных спортсменов было разыграно 216 комплектов наград. В общекомандном зачете по киокусинкай карате анапчанам не было равных. 16 золотых медалей и первое место. А в дисциплине тхэквондо наши спортсмены стали вторыми.